Память за собой позови. В те тревожные далекие дни ты героев ушедших сейчас оживи, а живущим ныне юность верни. Память, ты же можешь, ты же должна стрелки на мгновение повернуть. Мы хотим не просто вспомнить имена, мы хотим в глаза им взглянуть. 80 лет прошло, стоит датовского момента, когда началась самая кровопролитная война в мире, которая унесла, по разным оценкам, до 30 миллионов жизней наших соотечественников. И, конечно, можно вспоминать об этих колоссальных жертвах, но, наверное, каждый вспоминает еще и о том, как война прошла по его семье, вспоминает и тех, кто воевал, и тех, кто трудился, не щадил себя для того, чтобы приблизить победу, и, конечно, тех, кто погиб ради того, чтобы эта победа пришла. Седьмой раз мы проводим именно это мероприятие, эту акцию. И с каждым разом здесь все больше людей. И инициатива этого мероприятия принадлежит студентам, принадлежит молодежи. И вот именно поэтому я уверен, что у нашей страны, у нашего народа есть будущее. У нашей страны хорошая молодежь, и я этому бесконечно рад. Огромную цену заплатили ставропольчане за победу. 10 тысяч человек воевало на полях, 6 тысяч не вернулись, погибли. 13 героев Советского Союза, 3 полных кавалера ордена славы. Будем достойны этой памяти. Будем помнить о том, что было 80 лет назад. Да, и будем передавать эту память нашим детям, внукам. Потому что лишь уважение к минувшему отличает образованность от дикости. Все больше и больше лет отделяет нас от всех трагических событий. 80 лет, как началась та кровавая, жестокая война. В одночасье закончилась мирная жизнь для миллионов людей, советских людей, для молодежи, которая в этот день отмечала выпускной. В одночасье перевернулась мирная жизнь для целой страны. Я желаю, чтобы такого никогда не повторилось, чтобы наша страна жила под мирным небом. Мира и здоровья всем присутствующим, всем горожанам. Многие солдаты на войне писали письма своим близким. Некоторые послания были счастливыми, некоторые – горькими. Главное – их услышать, ведь они о чем-то говорят. Добрый день, мой дорогой папа. Жил я свой большой-большой офицерский век. За все время войны я получил от вас 2 письма. От мамы ни одного. Когда я вспоминаю маму, слезы и неволи заполняют глаза. Если бы все наши родные в Ленинграде кто-либо остался жив, то непременно бы написали к бабушке. Дорогой мой папа, прошу и умоляю писать обо всем, ведь каждое ваше слово будет дороже мне всех орденов, которые я ношу на груди, как знак любви к моей родине, к нашему русскому народу. И вам, мой милый папа. Дорогие мои, Витенька, мамочка, бабушка, я писала вам вот уже целую неделю, не было времени. Пару слов напишу о себе. Жива и здорова. Правда, плохо слышу, но это пройдет. С 15 по 21 августа 43 года шел жаркий бой с фрицами. Немцы рвались на высоту, где мы находились. Но все их попытки прорваться были тщетны. Стойко и смело сражались наши бойцы.
Многие из них пали смертью храбрых. Но я осталась жива. И я должна вам, мои дорогие, сказать, чтоб работала я на славу. Около 30 тяжело раненых бойцов вынесла с поля боя. Командование полка отметило мою работу и, кажется, представило к правительственной награде. Я, друг и товарищ вашего любимого, дорогого мужа, Петра Сергеевича. Он был верным товарищем, которым верно служил нашей матери Родине. Очень сложно это было, но случившееся не больше. 29 ноября в 10 часов вечера мы потеряли своего боевого друга и товарища. А вы, верного мужа и отца детей, на могиле Петра Сидоровича мы поклялись простить за нашего друга и товарища. Сегодня я написал письмо тете Люсе, сказал мне просьбу сообщить о тебе, сообщить мне о дяде Ване, о его адресе. Я написал тебе уже два письма написал и дяде Ване, но ответа, увы, нет. Сообщи, учишь ли ты, где и как работаешь. Я на этом думаю, закончится это письмо. С приветом, твой брат. Здравствуйте, дорогие мама, Райан, Клава. Посылаю вам гвардейский командирский билет. Мама, я жив и здоров. Нахожусь на Западном фронте. Громлю немецких оккупантов. Мой танк стал грозой для немцев. Посылаю вам вырезку из газеты, где пишут о моем подвиге. Мама, за это меня командование представило к награде. Прочитайте эту вырезку из газеты и дайте почитать моим землякам. Помните, через века, через года, помните. А тех, кто уже не придет никогда, помните. Не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Покуда сердца стучатся, помните, какую ценой завоевано счастье, пожалуйста, помните. Песню свою отправляя в полет, помните. А тех, кто уже никогда не споет, помните. Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили. Во все времена бессмертной земли помните. К мерцающим звездам из-за храбы, о погибших помните. Встречайте трепетную весну, люди земли. Убейте войну, прокляните войну, люди земли. Мечту принесите через года и жизнью наполните. Но о тех, кто уже не придет никогда, заклинаю, помните.